начала финала проекта «Шим Войс» финалисты заучивают песни, ведь оценивать работу будет сам Сосо Павлиашвили. Артист приехал выбрать самый лучший голос проекта «Шим Войс». Молодежи нужно самовыражаться. И вообще не только молодежи, а всем любой профессии нужно самовыражаться. Если человек не ждет каких-то ответов на заданные вопросы, тогда он не должен задавать вопросы. Поэтому если человек не ждет аплодисментов, если человек не ждет какого-то внимания, я не имею в виду, что его должны обязательно взять и носить на руках. Да? Нет, именно правильно ли он делает то, что он делает. В финале выступили 5 участников. Перед будущими звездами задача – исполнить одну песню на английском языке, а другую – на русском. Участников поддерживают близкие друзья, но интрига затягивается, кто же получит 300 тысяч тенге и возможность спеть Сосо Павлиашвили. После завершения финального тура жюри, посовещавшись, делает свой выбор. Многие ждут выбор Сосо. Российский артист долго думает и делает свой выбор. Что касается победителя, живи долго, пацан. По итогам финала проекта «Шим Войс» 3-е место Куаныш Абжапар, 2-е Асель Усибаева и 1-е Ахсункар Туралиев. 18-летний Ахсункар исполняет песню вместе с Сосо Павлиашвили. От метели берегите, люми ночью, берегите, пацаны, хоть немного. Шудин Саидов, Эльдар Жунусханов, Роман Примкулов, информационная служба телекомпании «Отрар».